Приветствую вас. Вы знаете, мне кажется, что психологией не занимаются в привычном понимании этого слова. То есть, мне кажется, это неправильно. Это неправильно, неправильный ответ. Это неправильная постановка вопроса. Вот. Мне кажется, что заниматься можно либо исследовательской деятельностью, либо научной деятельностью, либо педагогической, обучающей деятельностью. Вот, как-то еще, а именно психологию заниматься, ну что значит заниматься психологией, да? То есть я, например, ну, не очень понимаю, что значит заниматься психологией. Вот. А лично меня привело к этому, во-первых, определенные склонности, как это обычно бывает. Нравится общаться с людьми, нравится помогать людям. Вот, мне этого всегда хотелось. Вот, и определенные черты характера привели к тому, что наилучшим образом себя на данный момент я раскрываю именно психологию. Интерес к науке, вы знаете, меня психология как наука интересовала всегда постольку, поскольку помогает мне лучше понять людей и лучше помочь им. То есть меня как наука сама по себе, психология, вот именно, ну, как предмет исследовательской деятельности не интересует на данный момент. Вот. Хотя не исключено, что в будущем, может быть, я что-то и напишу по психологии, но я сильно сомневаюсь, что что-то такое будет. Вот, я сильно сомневаюсь, что, ну, какие-то будут от меня серьезные работы, ну, просто потому что мне, как я и сказал, это не особо интересно. Вот, а познавать же что-то новое самому в плане расширения инструментов для помощи людям, в этом, если ключе мы говорим, то в этом ключе интерес, он и не усиливался, и не ослабевал. Лично у меня он вот такой, как, ну, вот он такой, как он был изначально, не стал меньше, не стал больше, вот он просто есть и все. Вот. А это то, что касается, наверное, ну, то, что касается ваших вопросов, да? То есть, вас, наверное, суть по всему, больше интересует именно научная деятельность, что немного странно, учитывая, что по описанию, да, вашего профиля вы более практической деятельностью занимаетесь. Вот, мне кажется, несколько это странно, конечно. Вот, но с другой стороны, кто знает, может быть, вы хотели податься в научную сферу, вот, и, соответственно, если вам научная сфера интересна, то, соответственно, вам, опять же, лучше было бы, наверное, обратиться именно к ученым, психологам, да, психологам-ученым, вот, которые этим занимаются на постоянной основе, а не практикам, вот. Это было бы просто более, наверное, как сказать, честно по отношению к вам. Я полагаю, что на сайте, в основном, я, конечно, не буду однозначно это утверждать, да, но
Вот мне кажется, что в основном на сайте работают специалисты практики. Вот. Не, ну, не научно, не исследователям научно. Вот, потому что здесь материал, для, ну, материалы для именно научных, ну, научной деятельности, наверное, материала крайне немного. Вот, вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. То, что я мог бы вам сказать. Наверное. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя сделаете ну, какие-то выводы. Вот, вы можете обращаться за помощью, если вам этого, ну, хочется, да, то есть вы можете обращаться. Вот, я подумал, что вы, ну, начинающий психолог, но увидел, что нет, вроде бы психолог вы не начинающий, вот, и вроде бы опыт у вас уже есть. Ну вот, возможно, вы переживаете кризис, вот, ну, в том числе кризис, вот, что называется, профессиональный, либо там чувствуется профессиональное выгорание, вот. Если так, то я бы не сказал, что вам нужно задавать подобные вопросы, я бы сказал, что вам нужно обратиться к своему супервизору, вот, и чтобы вам именно супервизор как-то вот помог решить вашу проблему, помог вам с теми трудностями, которые у вас имеют место быть. Вот. Так вот, это будет как бы, ну, более такой качественный, более правильный, более полезный, более адекватный способ вам оказать помощь. Конечно, 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 решать исключительно вам. Что делать, решать. Вы будете, это тоже нормально, но просто вот подобные вопросы, они редко, к сожалению, когда дают какой-то такой плюс. Редко, когда подобные вопросы дают, ну, результат довольно такой, ну, хороший результат. Вот, к сожалению, к моему большому сожалению. Вот, все на этом, в принципе, я думаю, можно вам, ну, можно закончить мой ответ. Вот, еще раз, надеюсь, что это было полезно вам. Я вам желаю исключительно удачи, я вам желаю исключительно творческих и профессиональных успехов. Вот. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, и вы получите по итогу, ну, ответы на свои вопросы, которые у вас, ну вот, сейчас, на данный момент имеются. Вот, удачи вам!